Все, хватит мук, довольно склок. Заткнись, ветры ада, раз больше я тебе не мил. Расторгнем нашу связь, вот Бог, а вон порог. Не любишь и не надо, без лишней траты силы расстанемся, смеясь. Да, так вот прямо и ступай. Пусть видят все соседи, как я сломаю на куски двуспальную тахту. Ты влезешь в свой трамвай, он лязгнет и уедет, а средства тоски я вмиг изобрету. Что значит действовать вернее? В обход ошибок трудных стану я последний макинтош. В какой-нибудь ломбард, вот вам и 100 рублей, плюс 5 рублей подспудных, все, чай не медный грош, хотя и не миллиард. На 100 рублей куплю вина, на 5 рублей закуски и сяду пить в дезобелье. Что прям скажем блажь, но блажь ему жена. Для нравственной разгрузки тут дело не в питье, тут важен антураж. Эх, а как выпью да заем, по жилам кровь поскачет, вглубь сердца, где тяжелый мрак. Проникнет легкий хмель, зов плоть станет нем, зато душа заплачет, протяжно звонко так, как никогда досель. Весь расслабленный вполне, весь смирный, как святоша, я вдруг внезапно воскорбя, забою сам не свой, как станет жалко мне тебя и макинтоша, а пуще всех себя, раба фортуны злой, 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 чур, брось, исчезни навсегда.